Всем привет, вы на канале Добро Едет, и меня зовут Дима Добрый. Многие ребята на стриме меня спрашивают: Дим, а как вот настроить Евротрек симулятор, а то у меня лагает, FPS падает, глючит, все тормозит, ничего не получается. Может мне выкинуть компьютер свой? Ребят, ничего выкидывать, разбивать не надо, сейчас мы все сделаем. Поехали. Вы видите мой рабочий стол. Вы не смотрите, что у меня тут срач, это бывает у каждого. Я это тоже, конечно, не люблю, но вот как-то так. Что нам нужно сделать? У кого NVIDIA видеокарта, мы делаем следующее. На рабочем столе нажимаем правой кнопкой мыши панель управления NVIDIA. У вас загрузилась панель управления NVIDIA. В разделе параметры 3D есть пункт такой, регулировка настроек изображения. Заходите в него и посмотрите, где у вас стоит ползунок. Вы ставите галочку «Пользовательские настройки» и переводите значение в «Баланс». И сохраняйте. У вас будет здесь «Сохранить». После того, как вы перезагрузились и выставили баланс на своей видеокарте, мы нажимаем правой кнопкой мыши на ярлык «Евротрек симулятор» на рабочем столе. Нажимаем «Свойства». Видим пункт «Объект». И здесь путь вашего Евротрека, куда он установлен. D-Games, там Евротрек и так далее и тому подобное. Вот, что нам нужно сделать? У меня есть блокнотик, в котором написано, значит, всякие значения. Это все будет в описании написано, ребят. Нам нужно скопировать вот эту вот часть. Pool size 512. Мы берем, копируем. Самый конец. После двоеточий, после кавычек, мы нажимаем пробел и вставляем эту команду. Далее. Сколько у вас оперативной памяти? Для этого правой кнопкой мыши на мой компьютер «Свойства». И смотрим, сколько у вас оперативной памяти на вашем компьютере. У меня в данном случае 8 гигабайт. По значению в этой сетке мы смотрим. Вот у меня 8. Значит, значение я ставлю 800. Но 800 я ставить не буду по причине того, я хочу оставить пару гигов еще на систему, чтобы меня сильно не перезагружалась система. Для этого я ставлю значение 600. Я беру его, копирую. Выбираю 500. И вставляю 600. Нажимаю «Применить». После этого ваш Евротрек будет работать намного лучше, так как изначально Евротрек работает только на 2 гигах. Блокировка стоит. Эта команда снимает блокировку и активирует всю вашу оперативную память именно на игру. Поэтому FPS-ить у вас и лагать не будет. Многие скажут: Дим, а у меня Steam-версия, что мне делать? У меня ярлыка нету, я запускаю через кнопочку «Играть в Steam». Да не вопрос, ребят, и это тоже мы решим. Заходим в библиотеку. Игры. Видим ваш Евротрек симулятор. Нажимаем правой кнопкой мыши на него «Свойства». В первой вкладке «Общая» есть кнопочка «Установить параметры запуска». Нажимаем ее и в это поле вставляем значение «Pool size». В данном случае я ставил 600, я также ставлю здесь 600. Нажимаю «Ок» и «Закрыть». И все, и будет у вас все работать. Если вам понравилось это видео и оно вам помогло, ставьте лайки, ребят, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте, все ссылочки будут в описании. Всем добра, до следующего видео.